Вкладчики от БАСы банка могут купить жилье у застройщиков при наличии первоначалки от 30%. Об этом сообщила директор алматинского филиала финансовой организации Данагуль Тусупова. При этом срок займа и процентные ставки на ипотечный кредит останутся прежними. Подробнее об условиях приобретения недвижимости расскажет Дина Женабекова. Приобретение ипотечного жилья от застройщика стало еще доступнее. Отбасы банк объявил о возможности оформления займа с первоначальным взносом всего от 30%. Это стало возможным благодаря специальным соглашениям со стройкомпаниями. К примеру, в Алматы к продаже представлено 850 квартир в 10 жилых комплексах города. Ну а выбрать жилье, забронировать и оформить кредит можно на портале Баспанамаркет или в отделении банка. Большая часть наших вкладчиков приобретают жилье на коммерческом рынке. Специально для них мы совместно с застройщиками разрабатываем новые продукты, основная ценность которых – это снижение первоначального взноса с 50% до 30%. Уменьшить его позволяют выделенные субсидии от строительных компаний. К слову, сумма процентной ставки для вкладчиков останется прежней – от 7% годовых. Займ выдается на срок до 25 лет, а максимальная сумма – до 100 миллионов тенге. Как отметили в Отбасы банке, только с начала года счастливыми обладателями собственного жилья стали около 9000 алматинцев, а с внедрением новых выгодных условий их количество стремительно увеличивается. Долго искал, то есть в течение нескольких, может быть, недель выбирал лучшую программу, лучший банк. И, скорее всего, в настоящий момент в Казахстане данная программа, которая присуща в Отбасы банке, она более актуальна, более выгодна для всех вкладчиков, которые имеются. Напомнили в банке об успешной реализации льготных ипотечных программ. По проекту «Бакыты отбасы» в этом году в Алматы планируют реализовать 905 квартир. Процесс оформления кредитов уже стартовал. Они выдаются исключительно социально уязвимым семьям по ставке 2% годовых при первоначальном взносе от 10%. А для работающей молодежи вскоре запустят очередной этап жилищной программы «Алматы-Жастары». Дина Жанабекова, Жаксылык Тлепперген, телеканал «Алматы».